Всем привет! Как только начинается декабрь, я начинаю думать о подарках клиенткам, потому что почти все девочки тоже приходят с подарками, и мне хотелось бы чисто даже символически поздравить всех. Но подарить что-то. Но так как девочек очень много, и это будет очень дорого, если дарить, допустим, по коробке конфет каждый. А в Новый год выходит где-то около 130 девочек в декабре, лично у меня. Это будет нереально дорого, это не знаю, какие суммы выйдут. Поэтому я делаю уже третий год подряд вот такие подарки. Я выбираю сладости. Раньше я покупала в том году, по-моему, только конфетки. В этом году я решила вот так сделать на выбор. И в этом... Вот это будет в первом. Я беру конфетки. Это будет во второй. Вот так. Это будет в третьем. Это будет в четвертом. Вот так. Это будет в пятой. Так, это сломанная, поэтому я ее сама съем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть подарков. Я беру бумагу. Сейчас покажу. Вот такую. Я камеру сюда надеваю. Сейчас покажу, как я ее нарезаю. Так, в общем, мы измеряем подарок. Кладу подарок, заворачиваю и отмеряю, сколько мне для него надо. Примерно вот так. Вот так. Беру ножнички. Сейчас. Так, еще раз. Я беру побольше, вот так, и здесь у нас будет вот так, и отрезаю. Вот я отрезала, и теперь начинаю выравнивать. Вот такие идеи у меня с подарками. Придумывайте, творите. Надеюсь, я была полезна. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока-пока.